О промежуточных итогах региональных авиаперевозок рассказал сегодня генеральный директор Чебоксарского аэропорта Александр Жарнов. Сегодня уже можно сказать, что пилотный проект, задуманный на территории Приволжского федерального округа, состоялся. Конечно, в каждом регионе были свои особенности. Не все, что планировалось в силу обстоятельств, удалось реализовать. Но Чувашия в течение нескольких месяцев успешно осуществляла перевозки в Уфу и Самару. По загрузке средняя на данный момент где-то получается из 9 пассажирских мест. На Уфу среднее количество пассажиров 6-7, на Самару в районе 4. Вот такой пассажиропоток существует, но я думаю, это, конечно, при такой загрузке, думаю, оправдано. Несколько российских авиакомпаний планируют в летнем сезоне открыть еще ряд направлений в Турцию и в Сургут. С авиаперевозками в Крым все гораздо сложнее. Мы ведем переговоры с авиакомпаниями, потому что вы знаете, что в нашем аэропорту своих самолетов нет, своей авиакомпании нет, поэтому мы чисто зависим от внешнего фактора. На данном этапе эти перевозки получили развитие из городов-миллионников. Был правительством Российской Федерации определены, то есть, так я понял, центры были определены наиболее, так скажем, массового проживания наших жителей, то есть, ну, как все понимаем, это города с большим населением, больше миллиона. И, естественно, из данных городов данные перевозки субсидировались. Как вы слышали, билет эконом-класса не дороже 7,5. Поэтому здесь у нас по соседним это Казань выполняет перелеты, Нижний Новгород. И с такой плотностью еще и Чебоксары, чтобы появились, ну, как-то, наверное, на данном этапе нереально.